Сотрудниками ОНК полиции Майкопа во взаимодействии с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД и оперативниками регионального УФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц. Они причастны к производству и покушению на сбыт наркотиков. На начальном этапе совместной операции в Майкопе правоохранительными органами задержан 44-летний местный житель. У него было обнаружено большое количество свертков с наркотическим мефедроном. Его он планировал сбыть через интернет. Комплекс дополнительных мероприятий сотрудников МВД и УФСБ позволил выяснить, где производились запрещенные к обороту вещества. Для этого осуществлен выезд в город Белореченск Краснодарского края. В ходе осмотра указанного гаражного помещения были обнаружены химические реагенты для производства наркотического средства мефедрон, а также различное оборудование для производства наркотика. Там же были установлены и задержаны двое жителей Краснодарского края в возрасте 32 и 40 лет. По данным следствия, они тоже причастны к незаконному производству и покушению на сбыт этих веществ. В нарколаборатории сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили запрещенный метадон, а общий вес изъятых наркотиков в соответствии с законодательством считается крупным размером. Следственным подразделением полиции Майкопа возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных УК России, покушение на незаконный сбыт наркотических средств и незаконное производство наркотических средств. По ходатайству следствия двое фигурантов судом арестованы. Решается вопрос об избрании меры пресечения третьему участнику группы. Сотрудники ГИБДД Адыгеи поздравили с 80-летним юбилеем ветерана службы Анзаура Зенча, который, проработав практически четверть века в ГИБДД, вышел на заслуженный отдых. С приятного и неожиданного сюрприза началось, казалось бы, обычное утро Анзаура Османовича Зенча, ветерана госавтоинспекции Адыгеи. В этот день, выйдя со двора своего дома в городе Адыгейске, он увидел необычную, но очень впечатляющую картину – парадный строй из 10 патрульных автомобилей ДПС. Юбиляра от себя лично и сотрудников поприветствовал в Рио начальника республиканской госавтоинспекции полковник полиции Казбек Мамиёк. Он поздравил его от имени руководства ведомства и всего коллектива ГИБДД, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Анзаур Зенч поблагодарил сотрудников за внимание и заботу. Он уверен в том, что госавтоинспекторы Адыгеи продолжат оставаться надежным гарантом безопасности и правопорядка на дорогах региона.